приглашенных на инаугурацию губернатора люди самых разных профессий. Это и депутаты, главы районов, врачи, учителя, ученые, журналисты. Абсолютно все места в зале филармонии заняты. Свидетелями этого без преувеличения исторического события станут более 800 человек. Вся церемония инаугурации расписана четко по минутам. От протокола не может быть никаких отступлений. Ровно в полдень по московскому времени в здание Краснодарской филармонии заходит Вениамин Кондратьев. Пока еще избранный губернатор волнуется. На сцене Конституция России и Устав Краснодарского края. В зале поддержка коллег и, конечно же, самых близких – жены и детей. Чуть позже этот исторический момент во время трансляции на региональном канале увидят и сотни тысяч кубанцев. Торжественно клянусь. Добросовестно исполнять обязанности главы администрации губернатора, защищать интересы населения края, уважать и охранять права и свободы его жителей, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Краснодарского края. Ты Кубань, ты наша Родина! Минуты Кондратьев уже официально вступает в должность и считается действующим губернатором Кубани. Одним из первых поздравляет полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов. И тут же напоминает, к новому титулу прибавляется и больше ответственности. Краснодарский край – самый крупный и перспективный регион Юга России. Руководить им – это большая ответственность. Много еще предстоит сделать. В частности, необходимо решить проблему высокой долговой нагрузки на бюджет, оздоровить региональные и местные финансы, сократить неэффективные бюджетные расходы, создать условия для роста экономики. В своей первой на новом посту речи Вениамин Кондратьев благодарит всех кубанцев и такую безоговорочную победу на выборах называет огромным кредитом доверия, который обещает оправдать своим упорным трудом и, главное, честной работой. Я буду работать открыто. Такой же открытости буду требовать от своих коллег. И буду требовать от каждого, кто имеет хоть малейшее отношение к власти, подлинного уважения к закону. Правовая система на территории Краснодарского края должна стать максимально действенной. Далее задачи на будущие годы, которые обозначает новый губернатор. Вывести на новый уровень сельское хозяйство, возродить промышленность, сделать доступной медицину и детские сады. И это лишь часть намеченных планов. Как и в предвыборных выступлениях, прослеживается. Главный ориентир для Кондратьева – благополучие людей. Предстоит повышать качество медицины в обычных участковых больницах, решать вопрос нехватки кадров в здравоохранении, повышать рождаемость и снижать смертность. Нам предстоит строить детские сады и школы, системно, подчеркиваю, системно решать проблему нехватки спортивных объектов пешей доступности. Необходимо дать возможность жителям села зарабатывать, трудясь на своей земле. И самое главное, мы начнем реанимировать наши станицы и хутора. Там снова должна закипеть жизнь. Активно работать дома культуры и кинотеатры, стадионы и спортплощадки, детские центры всех направлений. Это принципиально важно, чтобы село жило, чтобы молодежь не уезжала в город. В завершении выступления Кондратьев отступает от заготовленной речи. Это уже стало традицией. Обращается к каждому, кто следит за церемонией. Я хотел бы, чтобы все, кто сидит в этом зале, на самом деле ощущали свою личную ответственность. Услышьте меня и поймите, личную ответственность за судьбу нашей малой родины Кубани. И тогда, когда это будет принципом жизни, мы сможем ее сделать сильнее, богаче и краше. И такой, именно такой передать нашим детям, внукам и последующим поколениям. На новую власть каждый возлагает свою надежду. И уже сегодня становится понятным, на Кубани начинается новая эпоха.
Все предельно ясно, надо работать, надо пахать на благо людей. Все было в доступной форме, нам сказано, что все для людей, все для народа, и работать, работать и работать. В его ранних выступлениях и сейчас ключевой, с моей точки зрения, момент – это внимание к нуждам каждого человека. То есть не массы, не край, а именно гражданин, а именно нужды каждого человека. Поэтому нам, всем, у кого есть хоть какая-то только власть, придется просто думать о том, что мы здесь для того, чтобы каждому конкретному человеку было проще, лучше, эффективнее, интереснее жить. Надоели разрушенные придомовые территории. Надоела вот эта точечная застройка. Люди стремятся к тому, чтобы их услышали. И губернатор показал, что он умеет слышать свой народ, свою Кубань. Сразу после инаугурации Кондратьев в качестве губернатора Кубани делает свое первое заявление. Край ждут кадровые перестановки. Я принял для себя решение, что в течение месяца до 21 октября я подготовлю структуру и внесу на рассмотрение законодательного собрания края, новую структуру администрации края. И следом вот на те вакансии, которые будут, внесу кандидатуры тех лиц, которые будут занимать эти должности. В первую очередь вице-губернаторы Красноярского края. Новая страница в истории Кубани открыта. Церемония, которая заняла не больше часа, но которая, несомненно, изменит будущее края. На это новому губернатору Вениамину Кондратьеву Конституция России отводится 5 лет.